Мнение жителей станет решающим и при разработке долгосрочной стратегии развития всей области. Сегодня на заседании правительства Глеб Никитин поручил всем министерствам включиться в процесс ее разработки и максимально привлечь к этому процессу нижегородцев. Работа уже ведется. По приоритетным направлениям стратегии созданы экспертные группы. Они детально анализируют ситуацию в регионе. Затем главе региона будет дан подробный отчет. Профильные министерства правительства должны контролировать ход разработки документа и наполнять его конкретными проектами. Уже созданы экспертные советы, которые работают по отраслевым соответствующим блокам и приоритетам. Конечно, самая основная и сложная задача будет в конечном итоге сшивка итогового документа с учетом всех потребностей, которые в отраслевых блоках присутствуют для реализации приоритетов и видения, которые мы наметили. Мы полагаем, что драфт соответствующего документа может быть готов уже в конце весны, то есть я поручение дал до конца апреля.